Друзья, всем привет! Сегодня готовлю это прекрасное выражение лица в помпейской печи целиком. С детства обожаю зажаренные хрустящие свиные ушки. Интересно, что же у меня получится? Тогда устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Обязательные водные процедуры перед приготовлением. Для маринада возьму сметану, горчицу, чеснок и специи. Ребят, фольги не жалеем. Запекать буду часов 5. А если это видео наберет 20 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев, в следующем видео буду готовить в купальнике. Голову мне ждать еще долго, поэтому сделаю себе легкий перекус. Такое ощущение, что это семечки. Ни конца и края не видно. Ну, как вам шашлычок? Идем жарить? Thank you.
пахнет и выглядит многообещающе. Пока меня не будет, присмотрите, чтобы ничего не пригорело. Перекус будет шикарный. Ребят, великолепно и умопомрачительно одновременно. Ребят, тут такие ароматы. Свинина есть свинина. Аромат обалденный. Открываю. Ох, ушки мои, ушки. Какая она вся интересная, как в фильме ужасов. Ну как вам, интенсивная прожарочка? Ребят, ну это же прелесть. Ребят, мясо можно есть губами. Это фантастика. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока!